3 февраля церковь празднует память преподобного Максима Исповедника. Преподобный Максим родился в Константинополе, столице Восточной Римской империи, в конце VI века. Он был одним из самых образованных людей своего времени, поэтому его приблизил император Ираклий. Но придворная карьера не привлекала преподобного Максима. Он не был согласен с церковной политикой императора Ираклия. Преподобный принял решение оставить дворец и поселиться в монастыре. Преподобный Максим жил в разных местах – Северная Африка, Палестина, Рим. Причиной тому стал императорский гнев, ведь преподобный открыто критиковал действия императора в своих сочинениях, защищая чистоту православной веры. Преподобный Максим считается глубоким духовным писателем. Вот несколько цитат из его произведения «Главы о любви». «Блажен человек, который всякого равно любить может, ведь любящий Бога непременно любит и ближнего. Кто нелицемерно из любви служит ближнему своему, тот скорее освободится от всякой греховной страсти и станет причастным божественной любви и божественного ведения». Преподобный Максим писал и о правильном использовании человеческих потребностей. «Не пища – зло, но чревоугодие, не деторождение – а блуд, не деньги, но сребролюбие, не слава, а тщеславие. А когда так, то в существующих вещах нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума о добром направлении духовных сил своих».